Сегодня в меню овсяная каша с мясом. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Лук 50 грамм. Соль по вкусу. Перец по вкусу. Морковь 50 грамм. Вода 170 миллилитров. Овсяные хлопья 80 грамм. Говядина вареная 100 грамм. Масло растительное 1 столовая ложка. Овсяная каша – это классика завтрака, но добавив в нее немного овощей и мяса, получаем совершенно другой вариант, более сытный и аппетитный. Предлагаю использовать говядину, заранее ее отварим, после поджарим с овощами. При подаче можете добавить к каше свежие овощи, зелень. Подготовьте ингредиенты. Говядину заранее отварите, 2 часа в подсоленной воде. Остудите мясо в бульоне, так оно будет более мягким. Сковороду прогрейте, смажьте маслом. Очистите морковь и лук, овощи сполосните и нарежьте небольшими кусочками. Выложите в сковороду. Вареную говядину нарежьте небольшими кусочками и добавьте к овощам. Поджарьте овощи и мясо 3-4 минуты на небольшом огне. Добавьте в сковороду овсяные хлопья, соль, перец по вкусу. Залейте все кипятком, перемешайте и готовьте под крышкой 12-15 минут. Готовую кашу подавайте к столу сразу. Если у вас намечается плодотворный день, значит завтрак должен быть основательный, питательный и сытный. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители! Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!